Внимание! Марш! Участники первой корпоративной велоэстафеты, которая состоялась 20 июня на Мельничной, поставили перед собой задачу – проехать трассу так, чтобы не было стыдно за личный результат и показатель всей команды. В каждом цехе для этого отобрали по 6 самых результативных и скоростных велогонщиков. Крупные цехи в СМПО выставили на массовый старт сразу несколько команд. Почему участвуете? Вам нравится велосипед? Просто... Люблю велосипеды. Вообще спорт люблю. Цех ваш результат какой показывает? Не очень. Предпоследние места. Ну, стремитесь к лучшему. Да, конечно. Есть куда расти. Я люблю все виды спорта. Особенно велогонки, когда хорошая погода и когда необходимо ехать за команду в честь цеха номер 2. Мужские команды преодолевали 5 километров, женские – 2,5. Для тех, кто крепко дружит с железными конями, маршрут по пересеченной местности со спусками и подъемами не составил сложности. Роль эстафетной палочки выполняла стартово-финишная линия. Как только к ней приближался первый участник, стартовал его коллега по команде. Отлично управляла великом стремительная Светлана Рудова, инженер-конструктор цеха 10. Молодая мама сделала большой отрыв от соперников, обеспечив своим напарницам хорошее преимущество. Я нахожусь в декретном отпуске, я катаюсь очень мало, даже тренируюсь редко, как получается. Вот. Но мне нравится этот вид спорта. Ну и погода сегодня хорошая, просто в удовольствие это все проехать на новом велосипеде. Сам едет. Девушкам из научно-технического центра удалось сохранить лидерство до конца маршрута и стать победительницами эстафеты. Очень здорово, очень тяжело, волнительно подвести команду. То есть ответственность лежит не только на личном результате, но и на команде. И это больше всего как бы такое самое волнительное. А так здорово, трасса хорошая, несмотря на погоду. Ну, для нас это новый вид эстафеты на велосипеде. Было очень волнительно ехать на третьем этапе. Понимаю, что сзади сильные соперники, достойные соперники. Ну, мы старались всей командой, мы это сделали, мы победили. Вторыми к финишу примчались спортсменки цеха 16, а третьими педали докрутили девчата из цеха 32. У мужчин не было равных велосипедистам физкультурно-спортивного комплекса в СМПО. Второе место заняла первая команда плавильного подразделения, а третья – спортсмены-прокатчики. И несмотря на то, что велоэстафета не входит в зачетное мероприятие «Спартакиады», все участники получили порцию отличного летнего настроения. Настроение.